Здравствуйте, меня зовут Рыспаев Болгонбай. Представляю клуб «Таймамбас», Кыргызстан. Тренируюсь под руководством Тургунбаева Самат. Мне 22 года. В свободное время занимаюсь спортом и работаю, получается. Больше времени уделяю спорту. Достижения в спорте. Чемпион Санкт-Петербурга по Северо-Западному округу по боевому самбо. Бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо. Кандидат мастера спорта по боевому самбо. Про лигу MFC мне тренер предложил бой в MFC 004 Hard Selection. Там выступил, получается, успешно выступил, победил, профессиональный рекорд 1-0. Да, давно к этому шел, чтобы биться за пояс. Тренер предложил бой, так как соперник, первый претендент на титул, он, не знаю, как-то травмировался или еще что-то. И предложили мне бой вместе с президентом лиги. Я согласился, конечно, с удовольствием. Цели в первую очередь сейчас получить пояс в MFC. Дальше вот тренироваться, развиваться. Ну и дальше выступать в M1 Global, Fight Night, как ACA. И дальше больше. Хотел подраться с Конором Макгрегором, так как он ударник, получается, успешный. Хотел показать ему борьбу. Пожелаю бойцам в первую очередь ответственности, чтобы готовились хорошо, не соскакивали с боев, не подставляли. Удачи всем!